Другим темам. Урок от чемпионов. Победители и призеры Олимпийских игр встретились с новосибирскими школьниками. Акция «Олимпийский патруль» прошла в детском лагере «Олимпийск». Кристина Лата продолжит. Это лето. Юные спортсмены отдыхают в лагере «Олимпийск». Как раз воспитанники спортивных секций региона запомнят надолго. Когда еще выпадет возможность не только увидеть, но и пообщаться с известными олимпийцами. За победой Александра Легкова в лыжном марафоне на играх в Сочи замиранием сердца следила вся страна. Теперь чемпион делится с детьми секретами своего успеха, главное из которых – никогда не сдаваться. Вера в себя, самое главное – вера в тренера, потому что вера в тренера – это уже 50% успеха, потому что то, что чем ты занимаешься, что тебе дает тренер, это очень важно. Если ты доверяешь ему, если ты доверяешь этой подготовке, значит, соответственно, у тебя уже половина успеха есть. Все остальное, твое желание, рвение к победе, рвение к тому, чтобы добиться результатов, поехать на Олимпийские игры. Встреча с чемпионами прошла в рамках Олимпийского патруля, хорошо известного по всей стране проекта Олимпийского комитета России. Кроме Александра Легкова, мастер-класс для детей давали легкоатлет Андрей Перлов и сноубордистка Екатерина Илюхина, которые, кстати, представляли на Олимпийских играх наш регион. Для детей очень важно, мне кажется, пообщаться с великими чемпионами, для того, чтобы понять, что каждый может стать таким. Если он будет заниматься, вот многие слышали, дети спрашивали, как вы добились таких успехов. Они неспроста спрашивают, потому что они все занимаются спортом, и каждый из них думает, что, может быть, когда-то он выступит на Олимпийских играх. В конце дня дети смогли поставить личные рекорды в спортивном тестировании «Мой Олимп», благодаря которому узнали уровень своей физической подготовки. Лучшие получили подарки от Олимпийского комитета. Кроме того, в дар лагеря передали частичку игр в Сочи – факел, который участвовал в эстафете Олимпийского огня. Кристина Лата, Александр Ведерников, Новости ОТС.